Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самые активные породы кошек. Этих кошек отличает ловкость и спортивное телосложение. Они часто становятся успешны в кошачьем аджилити. Представители этих пород любят играть в активные игры со своим хозяином. Как правило, эти животные любопытны, общительны и дружелюбны. Представляем вам топ-5 активных пород кошек. Ацикеты очень энергичные кошки, они ловкие и грациозные. Их любимый вид досуга – активные игры, причем не только со своим хозяином, но и с другими питомцами. Представители породы любопытные и общительные, им до всего есть дело. Ориентальные кошки любят поговорить. Это очень дружелюбная и активная порода. Ориенталы любопытные, любят забираться на шкафы и в труднодоступные места. Это нужно учитывать всем, кто желает завести себе данную породу. Эти кошки хорошо поддаются дрессировке. Бенгалы – настоящие спортсмены. Этим кошкам нужно предоставлять как можно больше различных тренажеров для лазания и прыжков. У представителей породы должна быть ежедневная возможность выплескивать свое море энергии. Бенгальские кошки активны, умны и веселы, любят играть с детьми. Абиссинские кошки отличаются ловкостью и грациозностью. Среди всех пород мяукающих они считаются самыми успешными в кошачьем аджилити. Они умны, спортивны и хорошо поддаются дрессировке. Сиамские кошки ушли недалеко от своих собратьев-ориенталов. Они также умны, разговорчивы, энергичны, любят активно проводить время в компании своего хозяина. Эти кошки легко обучаемы, их можно научить самым разным трюкам. Таковы 5 самых активных пород кошек. Если для вас в мяукающем питомце главная энергичность и любовь к активному времяпровождению, смело выбирайте одну из представленных пород. С любой из этих кошек вы точно не будете скучать. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!